С давних пор Югская икона Божией Матери была заступницей Рыбинской земли. Заступничество это связано с преодолением моровой язвы, поразившей край в XVII веке. Когда Югскую икону Богоматери принесли из Югского Дорофеева монастыря в Рыбную Слободу, эпидемия прекратилась. Это произошло в 1654 году, и более 250 лет здесь совершали крестные ходы в память об этом чуде. В этом году, в день празднования Югской иконы, Рыбинская епархия празднует свою первую круглую дату – 10 лет. 15 июня в 17:00 состоится всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Рыбинска. 16 июня в 9:00 в соборе начнется божественная литургия, по окончании которой будет совершен крестный ход к часовне Югской Дорофеевой пустыни.